что торжественную трансляцию, да? Не просто торжественно, еще с такого красивого, живописного места, такого как Крым, город Ялта. Как я и обещала вам, дорогие партнеры команды Number One, мы разыграем наши призы под шум прибоя морского. Я вам хочу привнести вот этот вот кусочек природы, кусочек моря, кусочек солнца и хорошего настроения, потому что вы это заслужили. Вы лучшая команда, самая дружная, самая быстро развивающая. Класс! Итак, смотрите, месяц апрель нас порадовал в том, что количество участников клуба 100 возросло. В принципе, все идет по нарастающей, растет товарооборот команды, растет товарооборот компании, растет количество участников клуба 100. Да, на 25% мы выросли. Да, мы выросли на 25%, про это мы говорили. Мне очень хочется, чтобы наш клуб 100 был все-таки из участников как минимум 100. Если в прошлом месяце у нас было 53, по-моему, человека, не помню, врать не буду, в этом месяце, но явно больше нас 72 человека. Вот он, друзья, список. Будем работать по той же схеме. Мы возьмем генератор случайных чисел. Поставим диапазон от 1 до 72. Слушай, очень хорошо. От 1 до 72. Ну что, не будем оттягивать этот момент, да? Первый приз, который мы разыграем. Видно? Да. Вот, не будет числа видно. Да нет, так, 72, вот, все, нормально. Число. Ну, предлагаю разыграть первый приз. Так, первый приз. Значит, сейчас, секунду, друзья, простите. Ну, давайте начнем с крымских подарков. Это вот такая вот подковка на счастье, друзья, с изображением достопримечательности Ялты. Ласточкино гнездо. Мне очень понравилась эта подковка. Она действительно будет вашим талисманчиком на счастье, на успех. Она заряжена черным морем. Итак, кому же она достанется? Мы нажимаем «Сгенерировать». Случайное здесь число номер 7. О, тра-та-да! Поздравляем Феофанову Надежду из города Кстово. Номер 9. Номер 9, отлично. Итак, Надежда, поздравляю, вы выиграли подкову. Так, пишу себе подкову. Можете в личку мне сразу писать адреса, куда нужно это отправлять. А Надежда сделала целых 120 баллов. Надежда, мы вас поздравляем, и этот подарочек летит в город Кстово. А, кстати, ты не сказала, кто рекордсмен, да, в тройку входит, посмотри. Ну, озвучим. А, давай, хорошо. Так, следующий приз давайте тоже разыграем. Это ключик. От Крыма. Ключик к вашему успеху. Он тоже с Крыма и тоже с изображением достопримечательности Крыма. Давайте я уже хочу. С помощью этого ключика вы откроете любую самую сложно запертую дверь. Итак, кому же он достанется? Что такое генератор у нас сейчас? Отключился. Так, трубачи готовы? Так, опять просто сгенерировать. Да. Сгенерировать. 15. Число 15. Это Яковкина Ольга, город Кыштым. Ура! Она у нас сделала. Ладно, давай, дуй. 250 баллов. Ставим Олю под номером 15. И этот ключик Оля отправляется к вам. Пишите тоже адрес, куда мы его отправим. Следующий приз. Драгоценное украшение. Давайте я вам. Так, серебро, покажу. Да, по-моему? Да, это серебро 925 пробы. Смотрите, вот с таким красивым камушком. Очень символично, потому что я его купила, потому что это красный цвет, это символ Армы. Я думаю, обладательница такого украшения, несомненно, обречена тоже на успех. Итак, сейчас
Нет, мы сначала сейчас нажмем число, где наш генератор. Ну что, поехали, генерируем? Давайте. 9 уже было, следующее. 9 уже было. 39. Так, число 39. И мы поздравляем Жумбаеву Гайни. Ребята, Казахстан. Казахстан рулит. Так, 39, да? Так, Владюш. Есть. 126 баллов личных. 126. Так, друзья, значит, подвеска. Раз. Классно, я очень рада, что наши призы отправляются так далеко. Друзья, следующий приз, он тоже будет драгоценный. Это у нас тоже подвеска из серебра, но вот с таким красивым фианитом. Когда я ее выбирала, она переливалась всеми цветами радуги. На солнце она будет, ну, просто вот излучать вашу энергию, ваш огонь, вашу открытость. Ну, в общем, все, что хотите. Так, сейчас упаковываем. Берем наш генератор. Нажимаем «Сгенерировать». Так, здесь какая-то от мыльного пузыря. «Сгенерировать». 51. Так, ладуй. Нургалиевой Гульнаре, город Павлодар. О, тоже Казахстан, рулет. Так, я сейчас тебе нахожу. Так, 51, как? Давай-давай, фокусируйся. Ну что ж такое-то? О, вот есть. 51, да. 167,5. Да. Гульнара, поздравляем. Я себе делаю пометочку. Ого, какой ты надул шар. Только что купленный мною подарок. Это крымские чаи, друзья. Честно скажу, я хочу себе тоже такой же. Владюш, отойди, ты мне мешаешь. Смотрите, это не просто какой-то один чай, да? Это разные сорта чая. Я вам такую приманочку сделаю. Здесь и яблоко лаванды, и мелисса липа, и просто крымские ягоды. И шиповник ромашка. В общем, все для вашего здоровья. Скорее всего. Из Крыма, с Ялты. Да, из Крыма, из Ялты. Скорее всего, отправлю я его, может быть, без коробки. Я посмотрю, как это будет. Сейчас, смотря кто выиграет, куда у нас полетит эта посылка. Это такой финальный приз. Он такой самый объемный, самый такой. Самый вкусный. Самый вкусный, да. Ну что, всех предвкушением. Я тоже. Люблю дарить подарки. Как я люблю дарить подарки. Итак, начинаем. Генерировать. 44. 44. Смотри, какое число. 44. О, Влад задул. Муратова Рита. Ура! Алматы. Да поздравляем. Что ж, молодцы, Казахстан. Видать, хорошо работают, что им там все. Муратова взят. Рита, подожди, Володя. Я пишу. Так, чай. Итак. Так, давай, фокусируйся. Ну. Давай, давай, давай. Ну, короче, видно, что Муратова расплывчато, но видно. Но нет смысла, друзья, нас вам обманывать, да? Смотрите, я думаю, что не случайно из 5 призов 3 достаются Казахстану, потому что Казахстан – это действительно команда, ну, молодцы девчонки. И кроме того, в этом месяце у нас в Казахстане огромная радость, потому что наш партнер Нарбаева Айнура открывает, друзья, первый в нашей команде мини-склад. Почему первый? Второй Омск? Нет, в Казахстане. А, в Казахстане. В Казахстане первый склад. Друзья, ура! Ту-ту-ту-ту-ту-ту в Казахстане. Это значит, что мы весь Казахстан туда. Айнур с таким важным шагом. Это значит, что человек просек квалификацию, он идет к цели, да? Мы знаем, каким трудом нам это
стоило, но это осуществилось. Плюс, вы представляете, насколько проще теперь будет вам, да? Всем партнерам команды, потому что Айнура, она будет отправлять в разные регионы Казахстана. Она обещала, даст все контакты. Мы вас обязательно оповестим, где, что и как. Но это шикарные новости. Я думаю, именно поэтому сегодня Вселенная, она все видит и все чувствует. Поэтому именно сегодня здесь Казахстан выиграл большее количество призов. Друзья, я очень рада. Я верю, что за время нашего клуба 100 каждый из вас выиграет подарочки. Поэтому месяц май, он должен быть еще успешнее. Наших участников должно быть больше. Поэтому, друзья, мотивируйте ваших партнеров, новеньких, стареньких, на то, чтобы они участвовали в клубе 100. Ведь от этого зависят ваши квалификации, ваш рост бизнеса и такие вот приятные моменты. Ну, а я с вами прощаюсь. Дети уже просятся домой. Еще рекордсменов давай. Так, рекордсменов, конечно же. Давайте озвучим рекордсменов. Так, рекордсмены. Ну, вот у нас есть Васильева Наталья из города Твери, которая сделала 340 баллов. У нас есть Степанова Марина, город Верхнезесь. Она сделала 400 баллов сама. Друзья, это аплодисменты. Аж ручка выпала. Но у нас есть еще больше рекордсмены. У нас есть Шабалкова Елена из города Ноябрьск. Елена опять бьет рекорды. У нее 483 личных балла. Я помню, что в прошлом месяце она тоже показала сногсшибательный результат. У нас есть Селезнева Виктория из города Челябинск, которая делала 347 баллов лично. У нас есть Горнакова Елена, город Рудногорск, 404 балла. Сакабенгенова Айгуль, город Карганда, 400 баллов. Друзья, я думаю, что нам планка в 100 баллов, она просто очень маленькая. Представляете, люди делают в один месяц, зачитывая, да, такие результаты. Там 3 клуба 100, 4 клуба 100, 5 клубов 100. Петрова Татьяна, город Бежец, 435 баллов. Друзья, Ашироева Ирина, город Краснодар, наверное, нет, не первое место. Представляете, 506 баллов, я думала, что это все. Но у нас есть Караськина Елена из города Мелеуз, которая сделала 604 балла. Та-дам-та-дам! Слушай, мне кажется, со следующего месяца, вернее, с этого, да, с месяца, нужно будет это... Я, наверное, да, продумаю, введу прям еще вот один мотивирующий подарок для первого места в клубе 100, потому что я считаю, что такие сногсшибательные результаты, они тоже достойны отдельного выделения и отдельных похвалы. Обязательно с месяца мая, да, мы введем еще одну номинацию, допустим, лучший продажник месяца команды Number One. Это будет какой-то приз и какой-то отличительный знак, да? Я это продумаю, была уже мысль такая в прошлом месяце, да, но немножко мы ее не доработали, поэтому обязательно будем озвучивать героев, на которых мы, безусловно, будем равняться. Девчонки, вы молодцы. Я горжусь вами. Всегда стараюсь идти в ногу с вами. Сегодня показывала мастер-классы с набережной Ялты. Все, прощаюсь. Всем пока. Пишите адресату, да? Я должна выслать вам подарочки. Когда я вернусь к себе в Петербург, я обязательно вам их отправлю. Пока-пока. Целую всех. Так, а я окрестности покажу.